Саженцы груши «Осенняя Яковлева» представляют собой дерево с крупными плодами и высокой урожайностью при правильной организации мероприятий по уходу, что не может не радовать садоводов. Крупномер «Осенняя Яковлева» после полноценного приживания на постоянном месте дает стабильный ежегодный урожай. Плоды груши видной формы светло-изумрудного оттенка с нежным румянцем с солнечной стороны. Одна груша весит около 170 граммов. Сорт может длительное время храниться, до 75 дней в прохладном месте. Дереву требуется полноценный уход. Посадка в плодородную почву и внесение сезонных подкормок. Груша плодовая «Осенняя Яковлева» – это многолетнее растение высотой 1500 см. Груша прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. Тип роста этого симпатичного растения – сильнорослый. Расцветает груша плодовая «Осенняя Яковлева» в месяц май, июнь. Груша плодовая «Осенняя Яковлева» имеет осенний срок созревания. Плоды груши созревают в месяце август. Масса плодов приблизительно 130-260 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода широко грушевидная. Цвет плода зеленая. Вкус сладкий, мякоть нежная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что груша плодовая «Осенняя Яковлева» – самобесплодный, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.